который возникает у человека. Это может быть ощущение конца или окончания, депрессия. От чего это возникает? Из-за внутреннего вранья. Мы обещаем кому-либо, где-то что-то привираем, где-то что-то... И это все со временем может создавать вот эти процессы. На первой ступени я говорил, никогда старайтесь никому ни в чем не врать. Лучше промолчите. Так как если человек там... Что такое врать? Это додумать, приукрасить, а сказать, а вот знаешь ли, а вот моя подруга, ее этой подруги нет, или у меня вот друзья этих друзей нет. И это им часто люди занимаются. Они приукрашают, они создают иллюзию во имя там чего-либо. Но я хочу сказать, что у нас в нашем теле существует невидимый орган, он называется душа. Душа не может жить, если врут, и она начинает страдать. Она пускает некий флюид такой, который приводит человека к тому, что у него появляется депрессивный эпизод. Мой вам совет, для того, чтобы вот этого трепета не возникало, для того, чтобы его не возникало, никому ничего не обещайте и не врите, и не приукрашайте. Второе, из-за чего это возникает часто, человек начинает думать следующим образом. Начитавшись коучеров, прочитав интересные книги, человек начинает думать так. Мне обязательно нужно и дальше там замуж выйти, или мне обязательно нужно там развить что-то, мне обязательно нужно достигнуть чего-то, мне обязательно нужно вот это. Вы должны знать, вам обязательно нужно прожить. Это единственная важная составляющая нашей жизни. Вот если начать жить просто и ощущать эту жизнь, выйти без телефона на улицу, просто посидеть где-то в темноте, если ночь, посмотреть на звезды, просто посидеть с близкими или потрогать за ногу ребенка или маму свою, там, погладить по ручке, ни о чем не думая, ни ради чего, просто так. Просто так сидеть и работать, заниматься физкультурой там в зале, бегать, просто полежать, ничего не делая. Это все наполняет нашу жизнь. Это и есть наша жизнь, ощущение настоящего момента. Вот вы должны знать, что это очень важно. Вот просто жизнь, она важнее.